могу сказать точно. Оживать после смерти сложно. Каждый божий раз, раз на раз. Пронесло не в этот раз. Ты находишься не в том теле. И теперь, когда ты на самом деле помещен в эту оболочку сегодняшних из числа отверженных и обесточенных. Сейчас почти нормальное состояние. Почти нормальное тело. Странное чувство от провала памяти до безумства. Ведь тебя не должно быть здесь, но ты появился. Тебе отдаю честь, почти нормальное чувство. После вакцинации, дезориентация, визуально-слуховая галлюцинация, небольшая амнезия. Не волнуйся, почти нормально. Не тушуйся.